Ну вот, смотрите, дядька с автозапчастей был прав. Порвана подушка. Даже не стал я менять сейчас это крепление этой трубы, катализатор, потому что там все нормально, там ни черных пятен, ничего нет. Вот он мне и сказал, говорит, она рвется, и, говорит, трубу как бы чуть-чуть выворачивает, и поэтому кажется, что сечет. Продавец магазина «Лада запчасти» на Талдомской, спасибо тебе большое, что подсказал. Так что, видите, это не зря купил, а крепление трубы еще, я думаю, пригодится. Так что всем хорошего дня и счастливо. Машина работает как часы. До свидания. Ну что, ребятки, в итоге все равно я поменял кольцо катализатора. Были у меня лишние минуты. Потратил часы. Не очень хотелось мне туда лезть, но посмотрел, что-то все равно не так машина работает. Шумновато, скажем так. Поэтому поменял. Все вместе. Все тип-топ, все классно. Мне все понравилось. Так что всем удачи и хорошего дня. Вернуться домой с дач без заторов.